Это одна из пасек Мамонтовского района, пострадавшая от химобработки. Большая часть пчел здесь погибла. Рядом со мной сейчас находится владелец пасеки Геннадий Иванович Фартушный. Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, что произошло? Ну, произошло в ночь на 30 июня 2020 года. В дневное время АО «Орбита» производила обработку посевов рапса на полях, принадлежащих АО «Орбита», в результате чего стали гибнуть пчелы. Они предупреждали? Они предупреждали ЗОО за 6 часов до обработки. А должны за трое суток? Они должны минимум за трое суток они должны предупредить пчеловодов о проводимой химобработке. Расскажите про ущерб. В целом где-то в 500 тысяч это все выходит. Я правильно понимаю, что одна пчелосемья могла дать 60 килограммов меда? Да, вы правильно. Теперь этого нет? Теперь этого нет, это так и есть. Что одна у нас в Алтайском крае считается нормой, если одна пчелосемья за сезон пчеловодческий дает флягу меда, а во фляге меда находится 68 килограмм товарного меда. За 30-летнюю практику пчеловодческую мою я впервые оказался в такой ситуации и не знаю, что мне делать. В общей сложности погибло более 1000 пчелосемей. Людей запугали, дали им недостоверную информацию в том, что сколько будут стоить анализы, какие нужны документы. Людям дали недостоверную информацию, и многие пчеловоды просто опустили руки и ушли от решения этих проблем. Насколько тяжело сейчас вам? Вы сами видите, насколько тяжело. Что мне хочется плакать и уйти куда-нибудь вообще с глаз. Спасибо. Не знаю, Валентина, я не могу просто. Ну вот на все на это смотреть. Все создано своими руками. Все. Улики, платформа, все достиг своими руками. Все это отобрали за один раз. За один день все это убрали.